Когда тебе 20, и ты находишься в начале пути, трудно оценить, насколько длинным будет твой путь. Встреча с любимой женщиной дает тебе возможность взглянуть на себя со стороны и увидеть все свои недостатки воочию. Хотя порой именно недостатки и являются нашим единственным достоинством. Осталось чуть-чуть. Потерпи. Настоящий друг позволяет тебе почувствовать твою силу в тот момент, когда тебе больше всего на свете хочется бросить все и убежать. Здорово, Валян. Я думал, ты в Америке, а ты все здесь торчишь? Как известно, жизнь — это командная игра. И тебе очень повезло, если тебе удалось собрать вокруг себя настоящих единомышленников. Дамы и господа! На всем продолжении пути тебя ждут разочарования. Но ты должен быть благодарен за них, потому что именно негативный опыт является единственно ценным. Легкие победы ничему не учат и быстро забываются. Говорят, то, что нас не убивает, делает нас сильнее.